Привет, ребята! Тема сегодняшнего видео будет... О, Лаки, привет! Что это ты такое притащил? Не притащил, а притолкал. Давай посмотрим. Ну, укроп понятно. Надо теперь на морской сиренке что-то кушать. О, школьные принадлежности. А сколько можно отдыхать? Уже в школу пора. О, спасибо, Лаки, тебе за подсказку. Да, пожалуйста. Тема сегодняшнего видео «Back to school». Не только Лаки подготовился к школе. Сейчас покажу, что я приготовила к школе. Ты покажи, очень интересно. Вот Лаки мой рюкзак. Ух ты! Вот это фокус-покус! Вот такой новый рюкзачок у меня. Здесь есть вот такой вот мишка. Мишка как мишка, не зови Миза. Давайте смотреть, что у меня в рюкзаке. Давай же, вкусняшки. Первое – это дневник. Таким миленьким котиком. Кошка, кошка. Морская свинка симпатичнее бы смотрелась. Вот такие вот карандаши. О, а это похоже что-то съедобное. Несколько тетрадок. Теперь собаки. Где же морские свинки? В следующем отделении. В следующем отделении точно должны быть вкусняшки. Наборы цветной бумаги и картона. Краски. Пластилин. Пластилин несъедобный, я точно знаю. Новая сумка для обуви. О, вот сколько еды в такую сумочку можно брать. И бутылка для воды. Ого, ничего себе поилочка. И вот такая пенал-сумочка. Ну что же это такое? Опять кошка. Лаки, тебе нравится такая кошечка? Нет, хочу сумочку морской свинку. И что ты говоришь? Лиза, разве это все твои принадлежности? Что, еще не все? Еще не все. Где огурцы, морковка, прочая вкусняшка? А, ты что-то подмутил. Так же, твоими собаками и кошками бедному Лаки ничего не досталось. Так что ты там, Лаки, прячешь от меня? Лаки, ты что, меня печенькой решил угостить? Нет, там должно быть морковное печенье. О, так это ж не печенье, это что-то интересное. С замочком. Эй, открывай, доставай вкусняшки. Друзья, это пенал. А он съедобный? Ну, Лаки, ты и воришка. Давайте посмотрим, что там. Морковочка. Ух ты! Я теперь сорвал! Лаки, это твоя морковка? Моя, моя! Фу, морковка! А нет, это ж ластик! Для пранка над морскими свинками как раз подойдет. Такой прикольный. Ничего прикольного. Что ж там еще? Нет, я больше на фейковые вкусняшки не поведу. Еще морковочка. На этот раз линейка. На, кушай такую морковку. Еще морковочка. На этот раз ручка. О, опять фейк. А вот почему, Лаки, ты этот пенальчик стащил. Если бы знал, что там нет вкусняшек, то не трогал бы. Арбузик, ручка. Арбузик, только уже линеечка. Кактус, ручка. Печенька. Только это ластик, к сожалению. И тебе поддельная вкусняшка попала. И косточка. Тоже ластик. О, класс. На
Надо будет соседскую собаку разыграть. Вот с таким пенальчиком я пойду в школу. Может, еще и друзей разыграю. Такой пачечкой печенья. Разыграй. Ни одному же мне продать. Что, Лаки, у тебя еще один есть подарок для меня? Фокус-покус, да. Ух ты, колонка. Ну, можно будет на переменах музыку и слушать. Спасибо тебе, Лаки. Да нет, сегодня стало мило. Вот с такими принадлежностями я в этом году пойду в школу. Да-да, собирай эту несъедобную канцелярию в школу. Кому понравилось содержимое моего рюкзачка и сам рюкзачок, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пушистики были тут, пушистики были там. Лиза и пушистики говорят пока вам. Ладно, не подлизывайся, что мне вкусняшек не досталось. Я тебя прощаю. Я тебя люблю.